Какая профессия самая лучшая и почему? Самая лучшая профессия – это просто бизнес создать. А почему? Потому что там, ну, особо как бы тяжело работать не надо, а деньги будут накапливаться. Самая лучшая профессия – это водить самолет, потому что много платят. По-моему, все хороши. Лично мне нравятся певицы, потому что у них очень хорошие голос, и у них много фанатов. Это очень классно. Мне кажется, что архитектор. Там рисовать, свое искусство проявляешь, и ты можешь жить в этих домах. Я думаю, что самое лучшее – это дегустатор. Так мне кажется. Потому что ты можешь пробовать разные вещи, и большинство из них может оказаться вкусными. Мне нравится парикмахер. Она лучшая, потому что я люблю разные прически делать. Частный комплекс непрерывного образования «Школа Эйдас» – это совершенно эксклюзивный, инновационный подход к образованию. В Эйдасе каждый ученик развивает свои таланты и внутренние ресурсы – память, творческое мышление, высокий уровень знаний по предметам, психическое и физическое здоровье. Профессиональная педагогическая команда воплощает мечту родителей об успешном настоящем и будущем их детей. Именно в Центре интеллектуального творчества, детском саду и школе «Эйдас» на протяжении 20 лет доказывают, что неталантливых детей не бывает.